Добро пожаловать в «Мамину школу». И я, Наталья Львова, приветствую вас. Сегодня в выпуске. Сегодня мы поговорим о традициях Рождества. Заглянем в таинственный мир теней. Научимся делать актеров для театра теней, чтобы самим, не выходя из дома вместе с детьми, показывать спектакли друзьям и близким. Спешу поздравить вас, мои дорогие зрители, с Рождеством. Сегодня мне хочется, чтобы в маминой школе вновь собрались родители с детьми, ведь продолжается время каникул. Интересно, как вы проводите это время? Ходите ли каледовать? Раньше я думала, что это делают только в сочельник. Забываем мы свои традиции. Хотя вот как раз в эти рождественские дни есть время подробнее узнать о самом волшебном празднике на свете. Сегодня к нам в студию пришли люди, которые много лет изучали традиции этого праздника. Андрей и Сима Пронькины и Анастасия Мелехина. Здравствуйте. 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 Так как же отмечалось Рождество на Руси? Ну, самое главное, наряжали елку и пели рождественские песни. Рождественские песни назывались колядки. Вот так они звучали. Очень красивая музыка. А скажите, что у вас за инструмент? Это гусли. Колядки – это большинство из колядок. Были такие специальные песни для того, чтобы ходить по домам с мешком, стучать в окна, и чтобы хозяева проявляли свою щедрость и бросали в эти мешки там калачи, пироги, которые они заранее напекли. И в песнях пелось: открывай сундучки, доставай пятачки, блин да лепешку поддавай в окошко. Вот. Колядующие наряжались разных там зверей, вот, ходили со звездой, стучали в окна, и хозяева давали им разные вот печенья, всякие пироги. И колядующие благодарили хозяев, славили их, вот, желали им всякого блага. Да, помимо того, что благодарили, их еще благословляли. То есть в обмен на щедрость хозяина он получал благословение от колядующих. Вот, собственно, от гостей, которые к ним пришли. Да, к кому приходили колядовщики, тому счастье будет весь год. Да, и колядовщики приходили в каждый дом и желали хозяевам на весь год счастья. И даже считалось, что к кому зашли колядовщики, тому весь год счастье будет. А вот кому забыли зайти, те переживали, что как же нас не благословили. Поэтому колядовщики не пропускали ни один дом. В каждый должны были зайти. И нужно было за одну ночь успеть колядовщикам обойти дома? Нет, не обязательно. Деревни-то разные были. В одной деревне было иногда и 10 улиц. За одну ночь не обойдешь. Вообще святки до самого крещения же длятся. Вот до самого крещения и ходили. То есть, начиная с 6 января, и вплоть до 19-го. Вот 18-го ночи последний день, когда последняя ночь, вечер, когда можно было колядовать. Дальше крещение, все, колядки закончились. То есть 2 недели. Откуда эта традиция колядовать? Это вопрос большой. И на самом деле даже серьезные специалисты не могут до сих пор дать на него точного ответа. Даже в Древнем Риме были такие праздники новогодние, назывались они календы. И календарь тоже связан со словом «коляда», возможно. И дело в том, что абсолютно точно неизвестно, но вот такие вот обряды,
обхода разных домов с мешком, когда стучат в окна и просят, просят всякие вкусные вещи, вот, и благословляют хозяев, существовал не только у всех славян, он существовал и в Европе, вот, и у славян, и, в общем, и у кавказских народов существует до сих пор. То есть сейчас бывает так, что встречают и говорят: ой, а у нас тоже такие есть обряды, мы тоже ходим каледовать. И, по-моему, вплоть до того, что и у тюркских народов. Что-то встречается и в Прибалтике, да. Вот, и у кельтов. То есть повсеместно абсолютно обычаи существуют. А вот откуда он происходит, есть только разные предположения. То есть, возможно, это очень важный переходный период, когда люди боятся следующего года. Они стоят на пороге неизвестного и не знают, что будет. Поэтому им нужно наступающий год, ну, облечь в какие-то символы. И эти символы как-то задобрить. То есть, например, это животные, это наши предки, которых мы упоминаем. Вот, они к нам приходят на Рождество. Ведь считается, что ночь перед Рождеством, есть даже такой мультфильм и произведение «Ночь перед Рождеством», когда, там, помните, черт снегом закрыл месяц, и вообще нечисть разгулялась, ведьмы всякие, вот. Значит, «Ночь перед Рождеством» — такое время специальное, когда нужен глаз да глаз, нужно быть очень внимательными и щедрыми, не допускать оплошностей. Это очень важный день. Если ты что-то сделаешь неправильно, возможно, в году ты совершишь какую-то ошибку крупную уже. Поэтому в этот день все были очень внимательными, и даже нельзя было делать каких-то работ определенных. Забивать гвозди молотком, там, делать какие-то... В общем, все откладывалось, потому что праздник. Нужно было заниматься праздником, наряжать деревья рождественские, петь песни, готовить еду. Вот на Украине был такой обряд, 12 блюд надо было приготовить, чтобы на столе было 12 разных видов блюд. По каждому блюду на месяц. Так значит, колядки – это еще дорождественские обряды, да? Несомненно, обряды каледования были распространены, причем широко распространены, еще до рождения Иисуса Христа. Получается, что это был очень-очень древний обряд, очень-очень старый, идущий совсем из глубины веков. И когда этот праздник приурочили к Рождеству Иисуса Христа, то эти два праздника объединились. И, по-моему, стало еще веселее. И смысл колядок несколько изменился. То есть, если дохристианская традиция – это, в общем-то, задабривание неких сил, которые пришли в гости, то христианская традиция – это уже прославление щедрости хозяев. И благословение хозяев, вот уже, как бы, вот что, радуйтесь, Христос родился. А как вы считаете, что сегодня осталось от древних традиций? Ну, вот мои друзья рассказывали мне, они проводят сами фольклорный фестиваль в городе Мышкине. Они рассказывали, что у них в Мышкине, это в Ярославской области, возрождаются вот эти вот колядки. Дети сами ходят по домам, каледуют. Что теперь делают люди? Они звонят по мобильному телефону этим детям или родителям и говорят: а вы придете к нам с колядками в дом? А дети уже думают, кому они пойдут в первую очередь, кому во вторую. Собирают отряды. И когда вот одна артель детей пошла по домам, другие дети, которые были не у дел, пришли к ним сказать: а научите нас петь эти песни. Вот уже сначала родители научили детей, потом дети научили других детей. И они стали обходить разные дома. И вот традиция возрождается сейчас очень активно. Но, к сожалению, мало где. Вот, мало где. Но там, где родители смогут детям это передать, то все идет очень-очень бурно. То есть колядки – это главный обряд Рождества, можно так сказать. Ну, рождественская елка, которая сейчас больше ассоциируется с Новым годом. Но на самом деле она идет из Рождества. Рождественская елка и колядки. Да. Скажите, пожалуйста, а как вы с детьми отмечаете Рождество? Есть еще одна очень важная рождественская традиция. Очень-очень важная, которую мы все очень любим. И сейчас она возрождается, слава Богу. Это рождественские представления, вертепы. Казалось бы, все главные праздники зимы позади. Но праздничные дни продолжаются. Вы наверняка ходите в театры. А если вы далеко от театров? Так вот, как раз для вас есть интересное дело. Самим дома разыграть настоящий спектакль. Но необычный, таинственный. А где взять актеров?
Наверняка вы все помните, как мы на стене показывали тень собаки или зайца. Вот вам и актеры. А можно еще самим сделать героев спектакля. Причем дети вам с удовольствием помогут. Тем более, что сегодня нас этому научат профессионалы. Ведь наши гости – настоящие актеры театра теней. И всех героев для спектаклей творят сами. А вот как выглядят эти куклы. Вот они. Что же нужно нам для того, чтобы самим дома сделать таких кукол? Совсем немного. Нужны простые ученические линейки, канцелярские ножи, степлер, немного клея и, главное, картон. Картон самый-самый обычный, упаковочный. Вот это упаковки от пиццы, от разных тортов, много от праздников остается, от конфет. Вот. Просто нужно вырезать силуэты, и все, теневой театр готов. Показывать его можно на обычной ткани с помощью настольной лампы. Сначала нужно подготовить рабочее пространство. Поэтому мы все раздвигаем и кладем на стол специальную фанеру, чтобы на ней можно было вырезать, не испортив поверхность стола. Ведь у нас будут канцелярские ножики, и они могут оставить царапины. Потом берем какой-нибудь картон и карандашом наносим эскиз. По этому эскизу вырезаем куклу. И после этого нам деревянными планками нужно будет эту куклу укрепить, чтобы картон не смялся. Вот в этом заключается суть изготовления куклы. Перед тем, как начинать рисовать эскиз куклы на листе картона, надо обозначить, вписать его в некую фигуру, чтобы он у нас уместился весь, наш силуэт уместился полностью на листе картона. И еще создание теневых кукол имеет такую особенность. Для того, чтобы нам нарисовать теневую куклу, нам надо выбрать наиболее выгодный ракурс. То есть, если мы возьмем, например, фас человека, да, то это будет недостаточно выгодно для теневой куклы. Это либо профиль человека, или профиль животного, ну или это могут быть какие-то ажурные красивые растения, дома. Андрей, а вот у моего волхва я хочу, чтобы двигалась рука. Как это можно сделать? То есть ты хочешь подвижную теневую куклу? Да, я хочу подвижную. Тогда тебе нужно сделать отдельно руку с палкой и отдельно туловище волхва. И нарисовать их рядом друг с другом. Потом мы их совместим. Теневые куклы, конечно же, могут быть подвижными. Это немножко сложнее, чем неподвижные куклы. Вот у меня в руках два рождественских волхва, которых вы видели. Один из них двигает головой вместе с посохом. Вот посмотрите, отдельно сделано туловище и отдельно сделана голова. Они связаны здесь резинкой. Можно привязывать ниткой. А у другого волхва движется голова. Управляется она снизу проволокой. Но обратите внимание, голова сделана отдельно, туловище сделано отдельно. И тоже соединены резинкой. Вот я сейчас нарисую движущуюся теневую куклу рождественского волхва. У него будет двигаться голова. Сначала рисуем голову. История театра теней тоже началась очень-очень давно. Больше чем 1500 лет до нашей эры. И происходит театр теней из Индонезии, из Китая, ну, в общем сказать, из Азии. Вот. И сначала он не был театром как таковым. Это были мистерии, посвященные божествам, небожителям. И разыгрывались они в каких-то религиозных церемониях. И вообще, там не подразумевалось актеров, зрителей. Были посвященные мужчины, которым можно делать и показывать теневых кукол. Куклы изображали божеств. Человек не мог играть божество. Он мог только образ божества перенести в куклу и показывать эту куклу. И он должен был отгородиться тканью, потому что женщинам и детям ни в коем случае нельзя было видеть даже изображение этих божеств. Это специальная фанера. На ней я буду вырезать. Могу поделиться опытом. Сначала лучше вырезать
все, что внутри нашего персонажа, а потом наружу, снаружный контур. А как вы сами пришли в театр теней? Ну, вообще, это волшебная история. Я по образованию художник-мультипликатор. И мои друзья, которые играют со мной в театре, в основном тоже мультипликаторы. Мое увлечение мультипликацией началось еще со школы. Потом, когда я уже закончил школу, я научился играть на гитаре, моя сестра научилась играть на флейте, и мы довольно много разных мелодий разучили. И получилось, что мультипликация в сочетании с живой музыкой – это почти кукольный театр. А поскольку я, как художник, люблю силуэты, люблю графику и, если честно признаться, не очень хорошо владею красками. Живопись, ну, пока что не для меня. Поэтому мне было проще мыслить параметрами теней, силуэтов, каких-то таких выразительных фигур однотонных. Вот так и родился театр теней. Но заразила меня этим моя родная сестра. Вот. Она предложила сделать домашний спектакль. Мы показали его на простыне нашему племяннику на день рождения. И мы там задействовали все. Наши комнатные растения в горшках, которые были как деревья сзади. Мы там делали каких-то персонажей из целлофана, из картона. На магнитофон записали звук грозы. В общем, фантазировали как могли. Вот голова вырезана. Ее нужно немножко доработать. Вот голова, вот туловище. Совмещаем. Протыкаем вместе соединение шилом. Смотрим. Вот, сейчас я покажу. Вот так. Голова движется. Осталось только связать здесь. Вот сюда подсоединить проволочку, планку. И у нас будет движущаяся кукла. Берем туловище. И ученическую линейку. Намазываем клеем. Это просто обычный клей ПВА. Вот так вот прикладываем. И чтобы клей хорошо схватился, мы используем в нашем театре канцелярские прищепки. Вот такие вот черные прищепки. Они очень хорошо помогают материалу склеиваться. А если мы не проклеим наших кукол, если мы не проклеим их, тогда картон сомнется. А если проклеим, куклы будут служить нам не один год. Как у пуговицы. Две дырочки. Продеваем проволоку или нитку. И сшиваем. Если материал непрочный, то нужно будет здесь еще приклеить планку, укрепить. Теперь второй этап. Прикрепляем к голове проволоку. Более жесткую, чтобы управлять головой. Берем более жесткую проволоку. Угу. У меня это медь. Но она все равно тонкая, но подходит. Откусываем. Вот и все. Осталось ее согнуть петелькой. Она гнется руками у меня. Проволока может быть жестче, может быть такая же. Но если она будет совсем-совсем мягкая, то ее жесткости будет недостаточно, чтобы управлять куклой. Я делаю петельку. Вот такую вот петельку. И теперь я просто свяжу вот здесь. Свяжу такой же тоненькой проволокой или ниткой могу. И здесь вот эту петельку и просто связываю. Вот это очень-очень простой метод соединения. На два узла, и все, она держится. Лишние хвостики можно отрезать ножницами. Вот так. Смотрим, что получилось. Вот видите, в тени на экране моих рук будет не видно, они останутся внизу. А у куклы будет двигаться голова. Вверх-вниз, вверх и вниз. Посмотрите, эта проволочка от головы, она у нас, ну, как маятник качается. Чтобы она не качалась, в нашем театре мы очень простой способ используем. Приделываем канцелярскую прищепку, и она держит проволоку вместе с планкой. Вот так. Теперь у нас кукла готова, мы можем ее показывать. Куклы могут быть
самые-самые простые. Вот как эти две овечки, которые вырезала Алиса. Вот еще одна овечка. У них ничего не движется, но они сами могут ходить, наклоняться. Главное – озвучивать их. Бе-е-е, вовремя. А могут быть куклы и сложные. Вот, например, как эти музыканты. В них тоже ничего не движется. Но они сделаны очень-очень тщательно. Вот он играет на лютне, другой на виолончели, третий на флейте. Целый ансамбль венецианских музыкантов. Но в кукольном представлении есть не только персонажи, а еще и фоны. То, почему персонаж ходит или над чем он летит. И фоны тоже могут быть, как и простые. Ну, просто их двинем под камерой. Так и сложные. Вот, например, вот так вот у нас в спектакле выглядит Польша. Тут тоже очень много всего. В этот дом может постучаться овечка. Или даже заглянуть. Ведь нам не важно, из какого материала сделаны теневые куклы. Важно, чтобы они давали четкую, красивую тень. А ты делаешь подвижную часть, да? Да, я делала подвижную часть. Вот. Рука с посохом будет двигаться. О, молодец. Да, как я показывал, протыкаешь шилом две дырочки и свяжем проводочком. Сейчас театр теней распространен во всем мире. Его показывают и в Австралии, и в Англии, и в Германии, и в России. И техники есть разные. Китайский театр теней, вот, европейский театр теней, всевозможные. Театр теней сделаны руками, когда собачки мы там показываем или разные птички. Но история это очень-очень древняя. Если видите, что какая-то часть очень мягкая и может смяться, тогда мы просто отщепляем от линейки, опять же, тонкую-тонкую планочку и приклеиваем. И тогда у нас кукла прослужит долго. Канцелярские прищепки, которые мы используем при приклеивании планок, бывают большие и маленькие. Вот здесь лучше взять маленькие прищепочки. Посмотрите, какие замечательные герои теневого спектакля у нас получились. Ну что, а теперь самое время посмотреть, как они выглядят в тени. Ну все, отправляемся. И то, что сейчас называют ширмой, в те древние времена не являлось таковой. То есть это не было ширмой. Это была грань между двумя мирами, между миром предков или миром небожителей и миром обычных простых смертных, обычных людей. Эту грань ни в коем случае нельзя было переходить женщинам или детям под страхом смерти. Вот. И эта ткань как раз предохраняла тонкая-тонкая грань между двумя мирами. И когда там зажигался фонарь, мы могли увидеть, что там происходит. Ух ты! И вам вовсе не нужна профессиональная ширма, чтобы дома ребенку показать свой театр теней. А нужна просто вот такая простая. Согласитесь? Такой совместный труд и домашние спектакли сделают ваши праздники еще более запоминающимися, объединят всю семью. А ведь это так важно. Пусть эти волшебные праздники наполнят наши сердца надеждой и любовью. Берегите свои семьи и будьте счастливы. А я прощаюсь с вами. До новых встреч в маминой школе.